Подвиг воинам-дорожникам теперь запечатлен и на юбилейной почтовой марке. Инициатором ее выпуска стала госкомпания «Автодор». Увековеченный на новой почтовой марке памятник сделан руками дорожников разных поколений на собственные средства. Он расположен на пересечении Можайского и Минского шоссе в Одинцовском округе. Монумент отображает коллективный труд воинов-дорожников. В комплекс входит памятник павшим в годы Великой Отечественной войны воинам-дорожникам и часовня иконы Божией Матери Смоленская. Торжественная церемония гашения марки состоялась в Государственном историческом музее.